collecting stars on my way to Mars. I am up and passing, this trip is everlasting. Sending a message to all of you from outer space, it's coming true. I'm on a mission to discover an intergalactic game. Тань, чуть голову на свет. Ага. Так пойдет? Да, хорошо. Слушай, а что, у меня ноги-то входят, а то я в валенках там, ничего? Не, нормально. Тань. Нормально? Видно? Да, лишь бы тебе было комфортно. Да, мне вообще зашибись. Вот, чего, это, готовлю я, значит, сегодня пирог. Такой традиционный, очень вкусный, с разными начинками он бывает. Потом поподробнее, значит, расскажу. Вот, так, вот просто тут не знаю, что насыпали многовато. Так я вот раз, и прямо вот с подносика всю лишнюю муку вот так вот раз и сыпала. И все, идеальный подносик, да, для нашего выпекания. И мы, Тань, значит, Тань, 2 минуты перерыв, мы сейчас свет поправим. Ага, ладно. Таня, это что такое? Чё? Мука? Я просто в Сохо видела, там так пекут. Вот, раз и собрала всю. Все, поехали дальше. Итак, значит, для того, чтобы тесто у нас практически подошло. Вот. Тесто прям как надо! Тесто любит силу, тесто надо мять, не надо разговаривать, муку хорошую, давай, давай, лепить, лепить. Оно вообще любит, когда с ним погрубее. Давай еще раз, раз, тогда... два, три. Раз, два, три. Раз, вот. Два. Да, не стесняемся, и мужик не подойдет на кухню, да, услышит. И все, мы стопки делаем, все, ты говоришь, что мы готовы для тебя, дорогие, да. Муки не жалеем, иначе тесто не подойдет такой консистенции, которой нам надо. Я прям Высоцкая, честное слово. Вот, мука, конечно, у меня не морозова, но, тем не менее, вот, ну, я что чувствую такое, ну? Хорошая, упругая, прям как поп-мужика, честно слово. О, браво! Это хорошая, накачанная русский мужик, он в доме сидит, он все время в поле, там, косит, рубит, что еще делает, дрова колет, да, без этого печь пойдет. Тань, чё? Мы фото снимаем, давай помолчим чуть-чуть, хорошо? Давай помолчим и немножко замрем. Да? Выкладываем. Оно форму как надо примет. Ну, с Богом. Ну, а теперь ждем, что... Тань! А, я муку собираю. Какие-то камушки в нем. Быстренько, чтобы все было аккуратненько, а то если не аккуратненько, то что ж это за хозяйка-то? Это не хозяйка, это... Ой, вот, в общем... Тань, мне... у тебя пирог сейчас горит. Ох, ёшки, ну! Где прихватка ваша? Ну, угощайтесь. Вот, получился, собственно, красивый какой. Ой, а пахнет обалденно, ну, угощайтесь, налетайте, ну-ка, как вкусненько. Ну. Таня, что за форма? А что, шикарная форма F. Да, у меня так кумира просто зовут, пирог Филипп. Вот, ну, чё, кому кусочек отрезать, а? Пожирнее, вкусненький, там начинка должна быть супер просто, да. Тань, мы, наверное, с ребятами на бизнес-ланч пойдем. Чё? Тань, ты нож, главное, положи. Мы с ребятами пойдем вот сейчас на бизнес-ланч поедим, ладно? Чё, охренели, что ли? То есть я тут 1.5 часа вот этот вот пирог тут им отстри, а чё они на бизнес-ланч? Вы чё, обалдели, что ли? Одни ничего не жрут. У вторых там эти белки, жиры. Чё твоей матери углеводы? Паразиты, а?